В Темиртау уже третий год подряд проходит бесплатный детский лагерь «Жастар Хумор Камп». Это место, где дети и подростки на протяжении недели знакомятся с КВНом, узнают больше об этой игре и пробуют себя в роли юмористов. Лагерь проходит на базе «Жастар Уртулгы». План действий таков, что за неделю дети должны пройти всю КВНовскую жизнь. То есть мы их в первый день собрали в команды, разделили по разным юнитам. Сейчас задача их написать приветствие. Помимо приветствия, мы их сейчас параллельно учим играть в разминку. В последующем дети будут учиться играть в музыкальный конкурс или музыкальное домашнее задание. То есть как больше детям понравится. И за эти короткие 7 дней они научатся играть сразу 3 конкурса, которые впоследствии, если они захотят продолжить играть, станут для них большим подспорьем в опыте того, как они будут играть дальше. С детьми занимаются опытные КВНщики Лиги «Магнитка», у которых есть опыт участия в играх Международного союза КВН, стендап-комики и импровизаторы. Сейчас они являются наставниками для 20 ребят лагеря, возраст которых от 9 до 18 лет. В течение дня для ребят проходят разные обучающие занятия, чаще в игровом формате, а раз в несколько дней проходят и мини-концерты. В завершении лагеря детей ждет участие в большом концерте, который состоится 15 июля в 16:00. И в конце этой недели команды играют в КВН на большой сцене. То есть многие ребята, которые ни разу никогда не выходили на сцену, не играли в КВН, и они дебютируют. Пользуясь случаем, хотели бы всех пригласить в понедельник в Карагандинский индустриальный университет, где пройдет гала-концерт в лагере. Конечно, помимо обучающей части, в лагере дети много играют, развлекаются и знакомятся друг с другом. Лагерь еще не закончился, а у ребят уже масса впечатлений. Я сюда вообще пришла впервые, и мне очень-очень нравится. Здесь все приветливые, все весело. Мне очень нравится, то, как нас этому учат, придумывают шутки, придумывают что-то новое, придумывают то, что не должно повторяться. В лагере мы учимся играть в КВН. Мне отлично. Я занимаюсь КВНом, я играю в Карагандинской и в Темиртауской лиге. Узнала через Инстаграм «Магнитки». КВН – это уже как семья. Дни с КВН наполнены радостью, счастьем. Мы учимся чему-то новому, учимся правильно разговаривать, учимся правильно работать на аудиторию, на сцену. Данный лагерь проходит в рамках проекта отдела культуры и развития языков, физической культуры и спорта города Темиртау. Сейчас обучение проходит на русском языке. 21 июля стартует второй сезон, но уже для ребят с казахским языком обучения. Набор еще ведется. Всю необходимую информацию можно узнать в Инстаграм на странице «Жайдарман Темиртау». Кристина Кириченко, Александр Ломако, новости Темиртау.